14, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Пожалуйста, в тетради абсолютно идеально, по клеточкам, нарисуйте. Вы помните, как это делается? Это надо по два слагаемых убирать и рисовать. Нарисуйте соответствующие картины. Картинок должно быть три. А именно, должна быть картинка вот такая, такая и вся вот такая. Здесь картина даже больше. Та картина такая, следующая такая, следующая такая. Конечно, самая большая будет, когда все. Но для того, чтобы все по-настоящему все поняли, нужны и предыдущие картинки. 3 плюс 2 это что? Кто понимает? 1 плюс 5. Нет. 4. 3 плюс 2. Как будет выглядеть на картинке? Как на? А, ну просто 3 что? Клеточки и 2 клеточки. 3, 5. 3, 3, 3. Это просто пятерка. Это просто пятерка. 3 плюс 2. Это же совсем очевидно. Вот такая штука. Согласны? Вот это вот в первом крюке, это во втором крюке. 3 плюс 2. А вот теперь давайте дальше.